богом водолея. Ты родилась и свой огонь зажгла, который нас теплом и светом греет. Для нашей страны. День России. Россия. Как же это много. И в мыслях не объять границ. А для меня она дорога с веселой синью медуниц. Россия. Слово-то какое. Вот так и просится в распев. Она вспахала поле боя, озлобить сердце не сумев. Россия. Матушка Россия. Не в 39-м далеке. Сегодня мне ее всесилье в державной видится руке. В этот день миллионы наших соотечественников получили ленточки с цветами нашего флага. Мы возвратили флаг старинный. Россия, в нем твои черты. Есть белый цвет, и цвет есть синий и красный. Сколько красоты! Россия, тройка, песня, птица, страна с особенной судьбой. Должна Россия возродиться, и возродимся мы с тобой.
На высокий прорыв никому не сломить, а иначе зачем на земле этой жить? Ты вокруг оглянись на леса и поля, нам с тобой хранить надо эти края. Пусть березы шумят и ромашки цветут, пусть на нашей земле наши дети растут. Ты живи, моя Россия, слався русская земля. Краше неба, под небом синим, это родина моя. Ты живи, моя Россия, слався русская земля. Краше неба, под небом синим, это родина моя. Краше рождение нового человека. И сегодня на нашем празднике будет зарегистрирован маленький житель нашей страны. Родители уже подобрали для него имя. И вот наступает торжественный момент, когда ребенок получит первый в своей жизни документ – свидетельство о рождении. Я прошу подняться на сцену семью Калиничевых, Анастасию Владимировну и Николая Николаевича с дочерьми Елизаветой и маленькой Александрой. И специалиста отдела ЗАГС администрации муниципального образования город Десногорск Смоленской области Татьяну Васильевну Тимофееву. Рождение ребенка – это великое чудо и огромное счастье для каждой семьи. Маленький человек – смысл жизни и ее продолжение. Дети родятся, чтобы быть счастливыми, чистыми, искренними и справедливыми. Пусть здравствует правда на белом свете, ведь дети родятся, родятся дети. Государственная регистрация рождения является важным признанием прав нового человека, а право на имя – самым главным правом нового гражданина. Сегодня, 12 июня 2015 года, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации регистрируется рождение дочери супругов Калиничевых Николая Николаевича и Анастасии Владимировны, которая родилась 25 мая 2015 года. По желанию родителей ей присваивается имя Александра. Прошу уважаемых родителей расписаться в записи акта гражданского состояния. Отныне в нашем городе и в нашей стране есть ее новый гражданин – Калиничева Александра Николаевна.
Дорогие родители, поздравляю вас с большим событием в вашей жизни – рождением дочери. Желаю вам доброго здоровья, большого счастья и согласия. Ведь только в дружной семье у ребенка будет радостное и счастливое детство. Пусть ваше душевное тепло и жизненный опыт помогут вашей дочери обрести себя, вырасти достойным гражданином нашей страны. Уважаемые бабушки и дедушки, поздравляю вас с рождением вашей внучки. Желаю вам здоровья, бодрости, второй молодости и надеюсь, что ваши мудрые советы помогут молодым родителям в воспитании детей. В добрый путь! Слово для поздравления предоставляется главе администрации муниципального образования город Десногорск Смоленской области Вячеславу Владимировичу Сидункову. Первый государственный документ, свидетельство о рождении, примите из рук главы администрации нашего города. Надо хороший подарок. Молодые родители Николай Николаевич и Анастасия Владимировна, от всей души вас поздравляю не только гордым и счастливым семейным моментом, таким как рождение ребенка. В этот торжественный день, День России, я хотел бы вас поздравить с тем, что ваши дети рождены в нашей великой России. Подрастет Александра, девочка с именем, которым в нашем великой истории было многое связано. И я думаю, что какие бы решения в своей жизни она не приняла, кем бы она не захотела стать, будь то творческие коллективы, спортивные достижения, может быть ученым, может медиком, может быть одним из замечательных атомщиков, которые сегодня в нашем городе работают. В любом случае, возможности для успешного развития, для успешной реализации себя у Александры, безусловно, будут. Сегодня ей открыты все пути. И сегодня от всей души я хотел бы поздравить молодых родителей, вручить Александре ее первый документ. Медаль, уже первую заслуженную. Маме героической букет цветов. Будущему наставнику Александры, ее старшей сестре, свой подарок. Ну и, конечно, самой героине самый большой подарок. Дорогие друзья, давайте сделаем фото на память, пожалуйста. Спасибо большое. Пусть ангелы спасители дочурочку хранят, и строгие родители не слишком уж бронят. Пусть бабушки и дедушки без чьей-нибудь подсказки веселому мизинчику рассказывают сказки. И книжками, игрушками пусть дом скорей наполнится, заветные мечты живущих в нем исполнится. Ну и пользуясь случаем, я хотел бы сегодня поздравить не только молодых родителей, а, конечно, всех десногорцев, всех гостей нашего города, всех россиян с нашим замечательным, пожалуй, ключевым праздником – Днем России. Нам есть чем гордиться, нам есть чему стремиться, нам есть что показать миру. Я горжусь Россией и поздравляю вас всех с праздником – Днем России! Yeah.
преддверии государственного праздника Дня России 10 июня 2015 года в администрации Смоленской области прошла ежегодная акция «Мы, граждане России», которая направлена на воспитание патриотизма и повышение значимости понятия «гражданин России» в сознании юных смолян. В акции принимали участие представители всех муниципальных образований Смоленской области. Поздравляла ребят заместитель губернатора Смоленской области Ольга Окунева. Она отметила, что вместе с паспортом, обретая права гражданина Российской Федерации, они обретают еще и ответственность. И именно молодым предстоит многого достигать и многое сохранить из того, что было сделано предыдущими поколениями. Она торжественно вручила паспорта граждан Российской Федерации ребятам, успешно проявившим себя в учебе, спорте, активной общественной деятельности. В числе делегаций активной молодежи нашей области приняли участие и юные десногорцы. Мы назовем их имена и просим пройти на сцену. Арина Сергеевна Потапова, ученица средней школы номер 4, член школьной республики самоуправления ДОМ, награждена дипломами первой и второй степени за участие в областных конкурсах по художественному творчеству, участница конкурсов по линии школа Росатома. И Макар Юрьевич Термокартычев, ученик средней школы номер 3. Активный участник областной акции «Часовой у Знамени Победы». Участник всероссийских президентских игр в лагере «Орленок». Слово для поздравления юных граждан России предоставляется депутату Десногорского городского совета Максиму Олеговичу Жуганю. Уважаемые десногорцы, хочу поздравить всех с праздником Единой России, соответственно, наших настоящих уже граждан Российской Федерации. Пожелать им счастья, успехов, здоровья, удачи во всем. И небольшие маленькие подарочки. Ответное слово от ребят. Послушайте, пожалуйста, Максим Олегович. Спасибо за возможность побывать на таком торжественном мероприятии в городе Смоленске. Мы там получили паспорта. Как сказала Ольга Окунева, вы представители своих городов. Для нас с Макаром это была большая честь. Там было все так торжественно. Камеры, красная дорожка. Нас окружали наши ровесники, и было много аплодисментов и поздравлений. Спасибо большое за доверие. Мне было очень приятно. Это был мой первый официальный выезд. Спасибо. Ну а теперь сделайте приятно нашей прессе и фотография на память. Поближе друг к другу встаньте. Спасибо. Нет России другой. Берегите ее тишину и покой. Это небо и солнце, этот хлеб на столе и родное оконце в позабытом селе. Берегите Россию, без нее нам не жить. Берегите ее, чтобы вечно ей быть нашей правдой и силой, всею нашей судьбой. Берегите Россию, нет России другой. Матушка Россия и повела
серебристым водопадом. Из полевых цветов сплетала мне венки и танцевала тополиным листопадом. И яркой радугой смеялась у реки. Жаркий день в тени застенчивой березы мне напевал прохладный трепетный ручей. И в час, когда плела льняные косы, летели к югу стаи белых журавлей. Казаки, они верно служат, по границам разъезжают, ни о чем не тужут. По границам разъезжают, ни о чем не тужут. Есть вино, пьем я ее, нет вина, пьем воду. Есть вино, пьем я ее, нет вина, пьем воду. Ни за что не променяем казачью моду. Ни за что не променяем казачью моду. Сыгрыня в торте ряму, рученьки поджавши. Сыгрыня в торте ряму, рученьки поджавши. Перед ней стоит глаза, урожечку снявши. Перед ней стоит глаза, урожечку снявши. Казак лысый под крутил, коня назад осадил. Казак лысый под крутил, коня назад осадил. Ему девка говорит, не верить, кочку ходить. Ему девка говорит, не верить, кочку ходить. Ты в корчевочку пойдешь, а ты денежки пробьешь. Ты в корчевочку пойдешь, а ты денежки пробьешь. Мы напьемся по пьяни и ответим по смели. Есть вино.